Давай шкаф, да. Да самоне. Вон мой, да, да самоне. Пиздец, время 10 нахуй, а мы еще здесь, ёб твою мать. Так а мы во сколько начали? Не знаю, в 9, блин. Все. А нет, ничего. Сегодня Рин так целка заебывают, что-то пиздец. Локи, давайте петов там вызывайте этих дракончиков маленьких. Вон там уже один хант вызывает потихоньку. Паладина, готовьтесь от небес. У нас, кстати, один БДК. Поклонский заходит, там, не знаю, на ноут, либо на ком. Не сейчас надо было небес давать. А вот им надо давать, у них небес. Сто... Доливайте. Нефть небес, давайте половину. Бля, так ненавижу шаманом хилить, пиздец, такое говно. А кто на столбе, Серёг, это ты? Он курит аж. Понял. Если тапки падут, может сразу было народ давать. Он там выше всех. Ладно, что у тебя нету льда, но штаны что ли? Тебе же давали вроде грудак тканевый с принцов, что ты его не носишь? Ты кому, мне? Да не, я не с тобой разговариваю. У тебя есть плащик с сурка? Привите, технолог, там царите Инея, я сейчас тогда. А травмы есть? У тебя же вроде была травма. А сегодня кто-то спекнется в демона? Или нахуй он нужен? Чего стоите? Может, ну, типа, начнете агрить? Бля, Демос, я знаю, что это ты меня переименовал в РК, ну ты и Питер.
любой ДК включите, лед стойку или не знаю, просто танкуйте. Чё там такое? Я говорю, нахуй ты меня переименовал в РК? Ты чё, пидор? Нет. Я там дамаг прошел, блядь. Так. Че, еще не убили она, нифига себе. Тащите его сюда к нам. Слышишь, Лолана, ты через что хилишь? Хотите звезду? И хили. Погибни! Бля, вы будете хилить ты нахуй? Я один не захилю все. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут... Тотему поубирай. Поднимите потом, Вайда. Тотему, да, убирайте там, пожалуйста. Тотем чей там стоит? Ну вот, жмите эти тотемы, алло. Ребята, у кого там тотем? Кто ты сейчас вообще? Может мы ее так убьем сейчас? Я что-то забылся, сорян. Да бывает. Ладно, в общем, по поводу второй фазы метки я буду верить туда. И, пожалуйста, не стакайте освобожденкой, только могут хилы стакать, если видят, что рейд падает ниже 50%. У кого проблемы с освобожденкой, на Алиэкспрессе продаются тиски, покупайте их. Как видите, освобожденку тоже зажимайте, либо руку в трусы крещите, да и все не высовывайте, пока не упадет. Не пропадет освобожденка, все, чек на баф и на готовность. Давайте отпивать сломану, Вайда, поднимите. Поставьте, нихуя не ставьте. Слышали, да, по поводу освобожденки, что делать? Давай, Вайда, отпивай. Да, угадаю, не стакать ее, да? Да. Слушай, ну я прям вообще провидец. Лапу. Так, у кого там что лагает, плюсаните, если кто-то лагает, да, мы сейчас. Никто не лагает, ну тогда кидайте этот only time, кидай Джесту, First Life кидай Лолане, а третий лог кидай Элфорду. Бля, я умоляю, спекнитесь кто-нибудь демона, вы заебали, нахуй. Нет, походу, никого демона. Есть. Давайте демон у них, нахуй. Кинь мне вместо друида какого-то к хилам. Сейчас. Вместо Джестина. Дарион, не забывай дуть горн, ты АДК. Так, а мой ферстайл кидай Лолане. Все, последний чек.
Пиздец, все орехи разобрали, я буду роги кидать, короче, идите нахуй. Не кидай. О, точно, блядь, я выкидаю. Все, все готовы? Идите, выпускайте. И хилим сейчас. Это все мои орехи, Богдан. Там, да. Ну что там орехи? Орешки, да, блядь. Калы, на пол на него дайте. Бажденку не стакаем. Милики тоже много не стакать. Там Фетка, Ферстайл, Вестер, Жол, Антихам, Лана. Сейчас спиртяжка скоро будет, 2 секунды. Беги, малышка, беги! Бежим, бежим. Идем. Void, Hairstyle, Fowler, Jazz, Talk, Warner. Не стакать. Смотрим, на ком сейчас метки. Метки вниз. Конфетка, Void, Hairstyle, Голубика, Дернион, Волонер. Все, дрячимся. Слева очень близко. Слева далеко. Справа. По центру, извиняюсь. Крайнюю левую, стоп, крайнюю левую, стоп. Все, доколови. Доливайте склеп. Все, бейте. Так, конфетка, Вестер, Жила, Нитайм и я. Головка отхуя. Сейчас скоро будет тяжко. Беги, малыш! Бежим. Вы чувствуете, как ледяная лапа? Бимбос. Так, Войт, Голубика, Баланер, Хамша, Нан, Лалана. Конфетка, Ферстайл, Пайлет, Ферожилла, Полонар, Лиссанда. Метки вниз, но не метка, а по анонсистам. Ладно, ты старайся меточки хотать. Слева близко, бейте нее. Слева далеко. Видите, Лолан захотал. Справа был. Ранили. Справа далеко, последняя. Разбивайте бык. Заливайте бык. На левую крайнюю, блядь. Дух уже. Все. Конфетка, Фойл, Благар, Психам, Алитайм, Александр. Сейчас вторая фаза, готовимся. Первую влево. Влево, носи голубика. Бейте пока босс. Что тут вообще нехуй хилить, блядь, что за говно? Следующий под босса. Босса несите, Волнар неси под босса. Все, отбивайся там, РДС-ки, голосов тысяч. Беги, малышка, беги! Хлопайте, пожалуйста.
Следующий влево и гер даем. Влево выноси гер, давайте. Меня разобьете? Пока босса бьем. Еще под босса. Не стакать под ховер под босса. Видите? Следующий влево. Ховер левый носи. Блять, не там ПД. Уходи, уходи, уходи. Следующий под босса. Ее не бьем, притяжка будет. Я дотанчу. Нам не метка. Потом добейте. Сейчас притяжка будет. Беги, малышка, беги! Все, остальное влево выносим и бьем босса. Меня заливайте уже влево, выноси откуда вы. Влево откуда вы. Бейте. Хуя там хлопки, блядь, вы ебанутые. Все. С освобожденкой убегите, пожалуйста, единым скрепом тоже, Джесс, молодец, убейте его. А, вот, блядь, вот тебе Лолана оффхенд. Нихуя, 300 косарей ты внес. Кто, я? Ну да, 290. А, мне похуй, я вообще не убегал с освобожденкой, я все захилил, нахуй. Ролите на мейн. Джесс, ты на ридру ролишь? Вы оба на вов, правильно? Чего, Филиппец? Ты куда? Да настолько все охуенно захилилось, то что вообще было похуй. Че, не лич, что ли? Ёбаный в рот. Я уж спать собрался. Защитник ролик. Оно вечно такая хуйня сбивает. С ощущений. Хорошо, не тайм. Ты, Филиппец, уходишь сейчас? Еще чумка. Да. Защищай, да, чумка, вы чё? Хорошо. В смысле, у тебя освещенные все, да? Принеси мне в пати к хорошим людям. И полторака начислю. Так ты и так у хороших людей. Блять, ну так-то да, восьмой пати хорошие люди. Сейчас ты закину. Все, я тебе закину. Спасибо. Smogon Go покидает рейдовую группу, блять. Сейчас, подожди. 3500 без квартала или хочешь? Красота 500. 1700, 1600 начислил, ничего страшного. От 1500 до 1700 нужно начислить. Среднего возьму 1650. И еще подели на 2.
Ебут слоны, блядь. Что же надоел целка? Может, наберете кого-то? Ищу. А чё ты ноешь, Деймос? Конечно, надоело, блядь. За сколько там? За 9 лет, блядь. На Сирус иди, блядь. БК оформить. Пиздец, вот Деймос, блядь, играет в эту игру 9 лет, нахуй, ему всего 14. Достойно уважения. Да. Пизда. Тебя во рту. Твоя? Терцея, блядь. Хе-хе. Тебя сейчас она вообще играет, нет? Не знаю, я с ней не общаюсь. Он там говорил на X5. Тяните вонючку. И оттяните ее назад. Сам вонючку, понял? Ты хилить теперь сам, да? Делать. Оп, ловушки, нет, небес. С какой стороны запустились? С левой? Берем прелесть. И под боссы все встанете. Блять, еще запустили. Давайте под боссы. Останьтесь под боссом. Так, да. Хотел я. А кто тогда хилить будет? Не, ну смотри, я предлагаю. Как, не, я понял. Вариант. Я сейчас тело ищу, пока никто мне не пишет. Так, ладно, 2 ШП, 3 мага, я. Так, и кто это... у нас еще желает? Соба. Ничего, а? В хила что ли или что? Блядь, даже не знаю. Давай спекайся лучше хила. Ну, нафиг здесь хайпаться. В общем, хант, 3 мага, совы. И я. И пропал. Не надо, я давай, я постою. Ну давай.
Тогда нет меня. Бля, горе еще заебал нахуй. Сынчик. Он не там, ты будешь под боссом. Void heal, сейчас он ману отпьет. Void heal, сосал между перил. Го уже что-нибудь, ну умоляю, бля. Баунер, что там тебе не хватает? А, сум, дайте шкаф. Мы уже не готовы, короче, а тут еще надо сумолить. Я уже 2 минуты фласки просто так проебал, охуительно. Дайте ему еще баф. Каску дайте, лапу дайте, рисы баф дайте, инту дайте. Вы думаете, эти фласки мне легко даются, блядь? Или же надо в ПМ написать, попросить, на. Сосать. Отлизать, так не знаю, чё. Пацан манат, попьёт и начнём. Всё, запустили. Молодец, Лала. Хватит под босс. Да и Вера, заливай. Бля, я бурстанул 17 тысяч, вот это я мощь, блядь. Отлично. Так. А кто у нас? Друг, блин, Лолана. Это Лолана объясняет тебе, если что, надо стоять под боссом тоже. Падаем. Да ну конечно, блин, мы шупали. Блядь, нахуй ты вообще пулишь, блядь. Давайте БР, блядь. Какой-то друид пулил, урод. Дерево. Да тихо, не надо так. Где тут людей увидел? Тут орки, тролли, блядь. Особенно тролли, нахуй. Это вставай ближе к боссу. А что значит ближе к боссу? По-моему, губительный газ кидается на 8 целей. Который на рендже. Ну, а ну, он че, на рендже кидается тоже. Рандомно на того, который, блядь, короче, забей. Он кидается рандомно. Он тоже был на рендже. На 3 цели из 8 людей, которые на рендже от босса. Если на рендже... Ну, он же был на рендже. Если на рендже... Блин, но на него... Меньше 8 людей, то он кидается рандомно на 3 человек из 25 в рейде. А если 8 человек, то на них, на этих 8 человек... случайных 3 человека кидается убительный газ, поэтому привет, ребята, стоит 8 человек. Привет. Иди, ну, все 8 там стояли. Лина, заходи за кого-то. Кто-то из этих 8 подошел к нулевой хил, короче, который там можно и 10 на РНЖ, да, правильно, что он тоже отошел от босса и стоял почти возле нас. Но там было 8 человек. Я даже видел, как они все разбежались. Ну, если надо 9 человек. Ну, 9 вертопал. То есть у тебя бревно на РНЖ, да, стоит? Нет, он не стоит на РНЖ, он просто стал возле нас, но он стоял почти под боссом. Но он под боссом не стал. Я понял, он не стал под боссом, кто-то на РНЖ заблевал его, а он заблевал нас, правильно? Блять, он стоял нахуй между РНЖой, блять, и боссом, и поэтому, да. Блять, он заблевал нахуй милишников, сука, ты заебал, блять, ну, чё непонятно? Я про то и говорю. Все понятно, что ничего не понятно. Ну, под боссом стоять, это значит, там кружок такой есть в центре комнаты, маленький такой, вот надо в центр этого кружочка встать. Самого маленького такого. Понял, да? Да. Где босс стоит? Прям вон там. Прям. Лина, ты заходишь или нет? Лина? Не. Ну и все тогда, дядь. Лина кидала, блядь. Вообще, блядь. Я не кидала, рейд у меня мышка сломана. Я собирала рейд вообще-то. Я собрала рейд. Какой рейд? В керри пацанам помощь нужна. Сторожило там поднимите. Целовать.
Судья, почему тогда вот Рейлю? Да, она же резку собирала. Поцеловать надо? Давай тебе иди сюда. Подставляй. Один слот, ссылка, что заходите? Поставьте рыбу, пожалуйста. Есть рыбу, чуваки? Йоу, камон. Стоит, ешьте. Повтори еще раз, пожалуйста, кто на рейндж. В общем, вся четвертая пати, All Fort, Only Time, а и этот, как его, Керс. Я. Подожди. Сейчас бы кота на рейндж поставить. Четвертая или третья, блядь? Ну, четвертая пати. То есть три мага, антихам, first life, да? Да. И в третьей пати Лфорд, и Фойлер, и Кёрс. Все. Я кот, ты шаришь, не? А, блин, тьфу, Джесс. Кот. Я случайно его спать закинул сейчас. Ну так хули ты мне в тапке-то срёшь, блин? Джесс, ты становишься. А, то есть я должен был на рейндж выйти, да? Да. О, была нара, это залёт, нахуй. Минус ставки, нахуй. Короче, я не знаю. Да не. Я не слышал просто распределение по рейнджу. Как-то странно все это было. Бля, да го уже пулять, пожалуйста. Валан, ну-ка пуляй, босса, нахуй. Поклонски, ты здесь? Так кто на рейнже, я так и не понял. Четвертая пати, Шамон. Ладно, буду называть конником. Так все, кто на рейнже, уже стоят на рейнже. Ну да, все. Ты вот не на рейнже, если что. Все, поехали там. Все, да, Игера. Пельменит. Я уже роги дал. Нахуя? Чтобы он не дамажил? Еще шамане было. Так я зашел на снимали. Блядь, ты то перебегаешь, то не перебегаешь, хуй пойми тебя, блядь. Отложу, убегайте там. Планер подвиньте. Ты вот там рассоситесь, пожалуйста. Что ты будешь делать? Слишком дофига. Хит. Там бедный Холлер. Голый бабл. Хильд теперь стало. Бегите. Осквернение, разбежались. Так, готовимся и сейчас будем выбегать 5 стак. Бежим. Шанан, не дури. Что, слишком быстро сказал? Ну ты глупостью занимаешь, зачем ты это делаешь? Ты же не на камеди клабе. Кстати, там было выступало. Ну да, хуй, мы же тут такие серьезные, если бы у нас тут пресс конференция. Анлитайм, выйди, пожалуйста. На Comedy Club надо жопа. Да, жопа. Я Павел Воля, жопа. Добивайте уже этого босса.
Баланера поднимите. Зато видишь, все выбежали. Может кто-то с первого раза не доходит, может кто-то сотого доходит, понимаешь? Кровь нужна кому-то? Слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Ретри, сколько у тебя осколков осталось? У меня 41 уже. Еще 9 надо. Славься. Что за хуйня? Почему не могу Чарльзу Шанана ебучего дать? Великий рассекатель. Тихо. А ты стойко угрожал, танк? С рассекающим надо там 24к давать. Я давал 24к, просто ДПС упал после того, как взрыв был. Только не сайрите, пожалуйста, босс. Две споры сносите шамана и одну мильзону. Блять. Конечно, козырь, базара нет. Если взрыва не было, я, блядь, 24 так и держал. Бафы дайте, плиз. Дайте, бафы. Алло, прием. Варс спрашивает. Да я вижу, я ему пишу даже. Лапу МК. Бери вара, похеру. Че да, с каваром туда есть. Блять, пиздец, горище, нахуй. Магон ебал на идеально. Да ебать, не знаю, вы перед каждым боссом стоите миллион лет, блять, нахуй так делать. Ну, ты понимаешь, где-то ебучий тухлопус, нахуй. Ты самогон что, срать хочешь? Всегда так скажи, можешь пойти посрать на этом бассе. Сосать хочу. Сидишь что-то все время. Блин, давайте речь. У меня уже голова болит от этого. У него недостаток от Лиза в крови. Да. Это мины не сюда. Там топор смонится вообще? А, да хуй с ним, погнали, блядь. Может, ему что-то надо? Магон ты, да чё, сука, погнали. Здесь навара ничего не падает, блядь. Пошлите. Он что, у нас еще и в танке, что ли? Обалдеть. Ладно. Три танка будет. Где Ивар эту броню хотя порежь? Можешь забрать с меня про товар. Дэшпанк, вынеси, пожалуйста, пора. Что я как-то забыл. Я бы не выбежал со спи. Ном-ном-ном. Могу, на тебе кину потом. Или че, ладно? Какая разница? Что тебе мешало сделать это? Ты кидаешь роги? Да. Ты предатель? Вымеливай. А, есть. Магон под босса встанешь? Я и так под босс. Мини-милики там не ловите. Бывает там просто все милики пельмени ловятся. Ебать да унято, ёлку не врёт. Ты тоже поймал. Я ни одного пельмени не поймался, чё? Тут все зеленые бегают. Да, ну почему-то на мне ни одного дебафа не было и так-то. Так орки же, орда. Сам зеленый. Где? Спасибо за хил. Это шорк? Что? Какой орк? Я не орк.
У нас маг упал. О, не захиди. У меня лагает, мне кажется, я вообще скоро отвалюсь. Так не надо отваливаться. Второй вар ловил пельмени, да, я не ловил, потому что не надо. Нет, корни. Нихуя корни. Хит. Не сбегайте. Ты видишь среди этих ников мой ник? Я не вижу. Хотя, как ты выражаешься, все зеленые. Ладно, уже маны кончились. Набивайте. И поднимите Баланару и Лавану. Чё там, упали тапки? Хуяпки. Пока не упал. Вон, наша манна кисть. Молодец, что оставил столько газа. Я ему даже... Мана кисти, сэрэс. А шея нужна кому-то? Если ловишь пельмень, у тебя урон проходит вязкая гадость, где-то вязкая гадость, да, называется? Если никому кисть не надо, бывает, можешь дать мне. Ты не упишь. Вот весь мой урон, который я получил, нету вязкой гадости. Только не закопай мне, оно прочистить не надо, я так. Так, вот спекнешься здесь, в этого шипах Серикела здесь. Пойдем, будем переводить босса. Так, ладно, у тебя вкачанный, надеюсь. Так, бодрение. Да, отлично. Все. А шея как нужна? А оно, кстати, Ршами бис вообще? Эти кисти? Да, да. Эти бис. Я с этими кистями своему шаману хожу, они вообще не падают. Смотря как. Потом у нас еще не... А, сейчас. Шарль. Или ему там надо сета выбрать. Что-то у нас не запускается. О. Восполнять свою ману, вводит ШП. Ты уверен? Да. Хилы, если что, к зеленому не сбегайте. Будете стоять хилить, только подальше стойте. Амелики, постоянно сбегайте к зеленому. Давайте пейте ману, вот пей ману. Босса сразу не бейте. Это Лана. Будешь кидать сейчас на куклу омоложение и этот как убойный рост.
Сейчас свой ман отопьет. Столб, давай там заходи. Если что, я подхилю. Сброс ЕП был на этой неделе? Да. Ну то я не ощутила. Так, давайте чек на бафы на готовность. С 2,5 ГП будешь не ощущать еще месяц. Надо пешить. Давай сломан. Все, поклонский пей куклу. Босса не бейте, напоминаю, не бейте. Хота ее дроид. Только отойдите от него подальше. От этой куклы. Не надо своих мобов туда кидать. Да, сразу. Все, у меня 100 раги, давайте пулять. Ты еще не 100. Блять! Это не я, блять! Самогон. Ты слышишь? Дебил. Поклонский. Ой, этот как его, экономь там лужу, рассасывай ее. При чем тут я-то, че он у меня наехал, ёбнутый? А хули ты пиздишь, блять, когда не надо? Че никогда не надо, мы даже еще не траили нахуй, имею право. Ну-ну. Все, давайте под этого, под босса. Бейте. Долг, конечно, замедлял. Стол подавай чешку. Мелики сбегайте. Мелики сбегайте. Ну добейте. Облако бейте, сейчас таргет меня. Готовьтесь боб кидать. Кто-нибудь, боб кидайте ему. Лалана поднимает уголы, Олфер поднимает топоры рубить. Ну, убейте его. Пельмени. Нормально хилит нахуй, пиздец, три хила, пацаны. Короче, не это жопа, мне кажется, будет. Ну бейте. А кто уголы поднимите? Ладно, поднимись. Кот, поднимай туголы. Джесс, точнее, Сала. Пельмени, внимание. Пельмени, отходим. Дэшники. Облако. Джесс, ты поднимешь туголы? У тебя тоже КД. Пельмени. Пельмени не ловим, бафы давайте. Хуя я варом пельмень словил, хуя я пацан. Так, давайте центр остановить, РДшники. Кучнее пельмени. Давайте к звезде. Зеленого. Зеленого бейте. Ну ладно. О, блять, и у всех сейчас КД 2 хила. Да все, это жопа, сейчас я чувствую. Что вы делаете, блядь? Да, это не ты его так водил? Нет. 102 хила не закидим. Что происходит? Бейте сейчас облако РДшники, давайте сейчас бить, может все-таки зальем. Пельмени не ловите. Ладно, подняли, повезло. Или там их хилите, пожалуйста. Ну, выводи, слушай. Бегите. Понял. А сколько там процентов? Переводим, переводим. Все, давайте идем тогда. Давайте просто, босса. Бьем. Пельмени постоянно сбегайте. Столбу ману залейте. На вкус, как вишенка.
Убивайте. Гимн что-нибудь, вообще что угодно. Гимн на хп, гимн на хп, гимн на хп, гимн на хп. Приказ красный. First life, Боб. Добивайте, добивайте. Все, ведите его. Идите, босса, там потихоньку. Пельмени, пельмени, пельмени. Маны дайте. Залейте столбы ману, кто-нибудь, кот, залей ему ману. Один, меняй его. Ран. Уже 300 так. Пельмени. Можно диван, да. Там его, хотя я думаю добьем. Добивать пельмени. Ну вот води, что там. Все. Хуя 15к ДПС нахуй. Ёб твою мать. Видел, как он бегал? Да. Этот демос, ты знаешь, как ключа танчить? Деймос. Да. Рульти, покоритель. Это по-конски, у меня еще вопрос. У тебя на каждого Альки стан откатывает? Да, у него вкачан. Но у него не до конца вкачан, поэтому не знаю. Да, должно хватать. Хорошо, тогда поклонский будешь постоянно встанет треугольник. Блин, ты чё в конце пельмень поймал, блин? Чё, мне в шипы? Да. Треугольник. Постоянно будешь встанет треугольник. Залетайте пока сюда. Так, нечетные вальки, 1, 3, 5, ретри, а ты будешь станить ромбик, кисуленька, встань, кружочек. Акту голы. Ты будешь бафы, ой, бафы, встань, нечетные вальки. 2, 4, 6. Ромбик, джаспанк, кружочек и этот, олфорд, треугольник. Нет, Олфер, ты не станешь, я забыл, что у нас поклонский. Он будет тебе постоянно встанет. И по поводу гнев небес, я буду говорить, кто кидает поклонский, ты будешь кидать первый гнев небес. Три, второй, кисуленька, третий. Я думаю, вы должны так залить. Все хором, только его не прижимайте. Так, давайте чек на бафы на готовность. И да, танки сменяйте там с рушмотом. С рушмотом танчит не ок. Хан, что там тебе не хватает? Так, а кто у нас, кстати, еще подиспелит чуму? Дайте еще, да, Лолани СС. Этот, не там, кинь Лолани СС, пожалуйста. Все, все готово, я иду запускать босса. И шаману еще дайте, пожалуйста, каску. Дай мы станчи этот, пожалуйста, вот так вот ходи, бомби. Я помню. Он же танчил. Да нет, он нас поди спалечим. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Я поди спалю, единственный просто тогда держит танк. Давай я поди спалю. А он-то его удержит. Бля, Серег, ебать ты их всех обоссал, нахуй. Давай отпивай ману на 40 секунд. Дайте каску на ПДК. Дайте каску по магам. Вы просто посмотрите на это. Это просто пизда. Просто Серег всех обоссал. Ну там полбоя маны еще не было, там тоже учитывается. Это давайте бафы трещи, вот там давайте отпивай ману 17 секунд. Просто на 2 ляма, нахуй.
Ты же столб там или кто, я подиспелил. Да будет так! Герои! Хорошо, хорошо. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Милики. Чума 5 секунд. 2 секунды. Да козырь, не гони, давай. 2 секунды, чума. Балонар на тебе. Диспел, диспел. ДД, перебежали. Клонский. Шакс, РД зону, забирай по-клонски. РДД. Что за хуйня? Почему рассекающий не попадает? Когда ты не он молодец спал. Так, на Поклонском РДД миники растянулись. Сейчас аккуратно выносите чуму. И секунда ловушка. РДД. Туголы выноси, только аккуратно выноси. А кто туголы, а кто туголу? Диспал, диспал, диспал. Так, милики. Давайте уже ближе к краю. Сейчас еще одна ловушка. Планар на тебе. Давайте уже на край. Переводить его, да. Чума буду. Дарнион, чума. Все, диспейте. Этот, Элисинда, выноси. Вынести эту чуму. Вынести эту гадость. Хитти, хитти, хитти. Дайте гимн на хп. Блять. Еле захиливают. Ебать, вы дал. Вы че, угораете? Алло. Слепые совсем. Ебать, первый раз такой же встречаю. Маги, да, тупо вот. Витрейд, блядь, как... мне кажется, это Лалан, нахуй. Пацаны, признайтесь честно, кто это сделал? Это я, это Войд, Войд, это я. Наверное, все-таки я рано повел, хотя хз. Да нет, когда понимаешь, рвал, там ловушка кинулась на край, получается, и в нее кто-то тупо наступил, а так как там мало места, все улетели, соответственно. Там места дофига, ё-моё. Она далековато была. А и почему была Шанан тоже улетел, сначала да? Сначала была ловушка, потом лич с миликами. Я встал почти у самого края. Кто-то в нее вошел и все, просто всех откинул. Мне кажется, это ретрия была, да? Нет, да ладно, забудь. Это не ретрия. Это ретрия, по-любому. Вот нет, она нет, больше, нет. Больше всех сейчас разговаривает в РК, хочет отмазать, чтобы ГП не дает. Ладно, шучу. А что у нас вот еще? Не отняли. Ну, больше всех это ты говоришь, а не она. Наверное, это самогон был, ах ты пидор. Че у нас вот ливнул? Да, чтобы выкинул вас весна. Ага, я понял. Ну сейчас выкинет 30 секунд там. Хорошо, я уже вижу, что тебя там не показывают какой-то локации. Да не важно, кто это был, там просто весь рейд надеялся на то, что уже как бы не будет ловушки, потому что переход на фазу был, поэтому я не поэтому думаю, что не нужно знать, никого винить. Поэтому, кинешь, войду и лала не пать. Сейчас я отойду на минуту, там пробафуйтесь. И потом поставьте, пожалуйста, джиксы там, мне починиться надо. У вас чё? Вы там все что ли не можете нормально резнуться? Это такой хуй рейд улетел, я первый раз в жизни вижу. Я, мне кажется, сейчас ачиву получу дуэлянт. Это баланер, если что, всем... Заебал, Джесс. Дай ачивку получить. Дай мне ачиву получить.
Сука, осёл, блядь. Thank you.